отправляемся на поезде обратно в Анкару, потом на скоростном поезде в Конью и на автобусе в Алани. Покажем вам в этом видео наш путь обратно до Алани. Sen girince gördün mü? Orada akıllı ışık var. Заканчивается, мы уже прибываем через 10 минут в Анкару. Наш поезд, наш вагон последний, 8-й, и в нашем вагоне находится купе только с двумя полками. Есть еще пара вагонов с купе на 4 человек и сидячий вагон. Самое главное, что нужно помнить, когда вы покупаете билет на поезд, если вы поедете на поезде по Турции, запомните, что надо давать за 30 дней до отправления поезда. То есть отсчитайте 30 дней назад от даты вашей поездки и тогда покупайте билеты. Почему? Потому что вагон с купе для двоих могут не остаться билетов. Например, наш поезд сейчас полный. В основном поезда заполняются очень быстро, и билеты очень быстро разбираются. Билеты на скоростные поезда начинают продавать за 15 дней. И все эти билеты вы можете купить либо в приложении, либо на сайте турецких железных дорог. В описании я оставлю обязательно ссылку на этот сайт. Я покупала на сайте, и проблем у нас никаких не было. При этом вы можете, если покупаете билеты туда-обратно, то скидка 20%. Для детей скидки есть, для пенсионеров есть скидки, скидки для больших групп. Ну, в общем, очень много плюсов. И можно также, например, поменять билет совершенно без проблем. Билет, например, на скоростной поезд, на следующий, на котором мы поедем, мы поменяли на открытую дату, потому что все наши поезда, что из Анкары в Карс, что из Карса в Сивас, что из Сиваса в Диарбакыр и что сейчас из Диарбакыра в Анкару, опоздали на 3 часа. То есть сейчас практически 11 дня. Наш поезд должен был приехать в Анкару в 7:44. И билет на скоростной поезд я купила на 9:40. Но мы поменяли на открытую дату. И теперь, когда мы приедем в Анкару, мы просто пойдем в кассу, и нам выдадут наши билеты уже на следующий поезд. Поэтому имейте в виду, что поезда могут опоздать на 3 часа и более. Ну, а так в поезде ездить достаточно комфортно, поэтому всем вам очень советую. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите. Буду рада вам ответить. Вот таким вот образом выглядит наш поезд. Если вы хотите посмотреть обзор поезда, в описании к этому видео будут ссылки на все видео из нашего путешествия, ну и, конечно же, на обзор и скоростного поезда, и обыкновенного поезда, ну, обычного поезда. Ну, а мы уже постепенно-постепенно приближаемся к железнодорожному вокзалу в Анкаре. Мы уже приехали на железнодорожный вокзал Анкары. Вот здание, которое вы видите, от этого здания отходят скоростные поезда. Мы прибываем на первую платформу и, пройдя по вот этому вот мосту, сейчас пойдем на посадку на скоростной поезд.
А напротив нас поезд до Вана, Ван Гёл Экспресс, на котором мы поедем в следующий раз. В каждом видео я стараюсь вам говорить цены на поезд, на еду и так далее. Если я забываю, пишите в комментариях. Цена на поезд из Диарбакыра в Анкару 90 лир на купе для двоих человек. Презентатель Бити, наш отпуск закончился, путешествие. Да, теперь работаем и скоро отправимся в новое путешествие, пока куда не знаем. Ну а сейчас от нашего поезда, который вы видите сзади, мы по вот этому эскалатору отправляемся на новый вокзал для того, чтобы пересесть на скоростной поезд до Конья. Снимать больше не разрешают на вокзале, поэтому увидимся уже в поезде. Вот так вот выглядит наш скоростной поезд. Вагон бизнес-класса всегда первый. Сейчас покажу вам, как выглядит наш вагон здесь, как в автобусе 2 плюс 1, 2 сидения. Айхан. Нейперсон. Так наверх можно положить вещи. Также здесь есть телевизор. Айхан, телевизион, гестер. Можно смотреть, где вы едете. Мы уже в Конье, и Айхан сказал, что мы в дороге. 28 часов до нашего автобуса до Алании осталось 3 часа. Сейчас пойдем посмотрим какую-нибудь достопримечательность. И уже на автобусе отправимся в Аланию. Все свои вещи с Айханом мы положили вот в такой вот ящик. Стоит 10 лир. А сейчас отправимся на экскурсию. Мы приехали в музейный комплекс Мевляны. И, друзья, когда мы приезжали сюда с туром, например, вот эти вот мечети мы не видели. И вот эти вот, видите, традиционные дома для Конья. А с туром нас просто быстро заводили в музей, мы выходили и уезжали на автобусе. А оказывается, здесь есть вот такая вот красота. Около мечети продают кукурузу, и народ сидит и кушает. Вот в таких больших чанах ее варят. Женский вход в мечеть вот с этой Сейчас стороны. Сейчас мы идем в музейный комплекс Мевляна, и Айхан нам расскажет, кто такой Мевляна. Мевляна 1800-е годы в Конье живет. Büyük bir İslam alimi. İslam alimi deyince herkes onun dinle ilgili ilim yaptığını sanıyor. Ama onun edebiyat ve matematik, geometri, uzay bilimiyle ilgili çalışmaları var. Mesnevihane diye bir kitabı, bir de Mevlevihane diye bir kitabı var. Mesnevihane'de bu ilim çalışmalarıyla ilgili bilgiler var. Ve onun şey var, meşhur şey diyor, insanlar hakkında, ha, filosofi. Evet. Gel, ne olursan ol, yine gel. İster Hristiyan, ister Müslüman, ister ateist, ne olursan ol, yine gel. Din alimi değildi. Filozofi, uzay bilimi, geometri hakkında, matematik alanında çalışmaları vardı. Ünlü bir düşünür yani. Здесь сейчас очень много народу. Этот комплекс небольшой, это музейный комплекс. И, как Айхан сказал, Мевляна был также философом, поэтому почитайте его философские высказывания, они действительно поражают. Но здесь несколько мечетей и также выставка. Ну, например, покажу вам одну из комнат. Последователей Мевланы очень много. И непосредственно вот вращающиеся дервиши, которые так известны, они являются последователями Мевланы. А вот одна из небольших келий, в которой показано, как последователи Мевланы жили и молились. Вот это традиционный их костюм. А вот самый известный символ Кони, вот такая вот бирюзовая башня. Раньше здесь было все закрыто, а теперь открыто для посещения. Ну, вот так вот выглядит изнутри главная мечеть.
Ну и вот таким вот образом выглядит само захоронение Мевланы и всех его последователей. И прямо за музеем Мевланы расположен небольшой район с традиционными домами Коньи. Традиционные дома в Коньи на самом деле очень напоминают традиционные дома в Эскишхире в районе Одун-Пазар. Но у меня на канале также есть видео, вы можете посмотреть, оставлю ссылку в описании. Постепенно-постепенно все вот эти вот традиционные старые дома реставрируют и приводят в надлежащее состояние. И в них открываются отели, кафешки, рестораны, различные магазины. Этлигвик. Лаваш с мясом. Просто невероятно вкусно перед тем, как мы пойдем на наш. А сейчас мы находимся на пешеходной улице, на торговой улице. И здесь также расположены традиционные дома для коней. Но, к сожалению, друзья, туристов сюда не возят. Ну, не знаю по каким причинам, но смотрите, как здесь красиво и интересно. Сколько раз я была в Коньи с туром, ни разу нас сюда не возили. А пешеходная улица выглядит просто фантастически. Много магазинчиков, кафе. Ну, в общем, вот она, настоящая Турция, которую иногда по каким-то причинам туристам не показывают. Ну, естественно, мы вам все показываем. Поэтому в Турции в основном нужно ездить, путешествовать не с туром, а непосредственно своим ходом. Сколько раз я была в Коне, друзья, и первый раз вижу вот эти вот здания. Невероятно красиво. Здесь просто огромные торговые ряды, отреставрированные красивые здания. Представляю, как здесь многолюдно и интересно в будние дни, особенно вечером, когда вся жара спадает. Просто потрясающе. Мы пришли забирать наш багаж. Айхан прикладывает для того, чтобы открыть. Теперь читаем штрих-код. Нажимает «Эвет». И наш 28-й ящик открывается. Стоит 10 лир. Ну и все, последние 4 часа до Алании мы едем на автобусе из Кони, который отходит прямо от железнодорожной станции. Ну, конечно же, в автобусе можно смотреть телевизор. И нас кормят чаем, кофе. Айхан, кава. И дают всякие разные вкусняшки. Ну что, дорогие друзья, мы доехали до Алании, очень устали, наше путешествие закончилось, надеюсь, оно понравилось вам. Но на этот раз всем всего хорошего, пишите вопросы, ставьте пальчики вверх, комментируйте, всем пока-пока. Пока-пока.